Привет, у меня сегодня видео с вот такими печенюшками Куала. И не только с такими, сейчас я еще достану одну пачку. И с вот такими клубничными тоже печеньками Яшкина. Я их купила в одном магазине. Да, это стоило 34 рубля Яшкина. Тут у нас 182 грамма. Тут у нас 37 грамм. Вот написано. И стоила эта штука 58 рублей. Понимаете, за что я дала? Просто тут почти, я не знаю, как картонная коробка, наверное, только она весит. Так, давайте начнем тогда уж с дорогих. Я их буду сравнивать. Стоят ли они своих денег? Так, я открываю коробочку. Я на самом деле много раз видела такие печенюшки. И в магазинах, и в видео на YouTube. Вот, но сама я не покупала, потому что я думала, что зачем мне это. Вот. Так, я открыла, тут такая милая коробочка, упаковочка с всякими куалами тут. Вот, плачущая, веселая куала девочка, потом такая перевернутая куала, такая куала. Мне интересно, как они сами выглядят, очень интересно. Они так вкусно пахнут, это вообще, это рай. Сейчас, я возьму крышечку. Так. Вот такой ниндзя маленький. Маленькая куала в виде ниндзя. С сюрикеном. Вот такая. Тут их очень много, и они очень милые. Вот. Жесть, как они так вообще? Вот такой футболист. Так, ну давайте попробуем какую-нибудь. О, я знаете, какую нашла? Я нашла с гамбургером в руках. Я как раз с ее и съем, наверное. Хотя нет. Я хочу с сюрикеном. Вот. Сейчас я попробую. Я сначала их ножка. Вкусное воздушное печенье. Печеньки. Внутри клубничный шоколад, как я поняла, или крем. Клубничная кремовая начинка. Вкусненько. Ну вот, чтобы покупать за столько денег, я думаю, не надо. Купите просто какое-то печенье клубничное. Такое, это... В фикс-прайсе я видела юбилейный за 10 рублей с земляникой. Ну, господи. Так, все, я пересыпала их. Давайте дальше вот такие печеньки Яшкины. С клубникой тоже. Нарисован лайк. И вы обязаны поставить на это видео лайк. А где это открывается? Что-то там было все легко, а тут как-то все сложно. Она, допустим, откроем здесь. Сейчас я возьму ножницы. Так, все, я уже пошла с ножницами. Сейчас будем открывать. Сейчас я быстренько открою и все. Так, вот такая печенька, похожа на Орео, только сверху как крекер, я бы сказала. Так, внутри там, крем. Так, ну,
клубничкой. Ну, те, конечно, поярче пахли. Они подороже, поэтому, наверное. Так, вот так лучше, наверное, будет. Так, я кусаю. Честно? То же самое. Вкусно. Ну, здесь, конечно, повкуснее будут, потому что у них вкус ярче. Тут я еле-еле чувствую клубнику. Костя, подай, пожалуйста, мне кофе. Я не могу проснуться, всю ночь плохо спала. Ну, просто... Конечно, сладкий. Да. Ну, короче. Я не люблю всяких. Больше мне понравились вот эти штуки. Но советую я покупать вот эти. Они все-таки и дешевле, и тут больше. И вкуснее. Ну, точнее, не вкуснее, а дешевле. Но и они тоже прикольные. Так что всем советую. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой на канал. Так, и рядом с кнопкой подписаться есть колокольчик, и вы тоже лучше на него нажмите. Короче, всем просто... Всем удачи, всем добра, а с вами была Полина, пока! Короче, всем пока!